Да чё, половина людей вверху сидит? Да. Не знаю, что людей половина сидит там. С другой стороны. Усыватель заберешь череп. Вон. А, Женя от всех остальных мобов. Играем по черепу. Смотрите, милики, вот эти два больших. Звездочкой такой же. Они клеивают. Отведи еще дальше чуть-чуть, Женя. Смотрите, не отлетите в мобов. Станьте нормально. Тех командиров можно просто контролить, там какую-нибудь репку дать или корни, чтобы убить остальных. Просто станете повредительницей. Не, бред какой-то. Понял. Волна пламени, да, можете просто станете, и так сбивается. Череп выиграйте, косты сбивайте. Идите под лицо, больше не заходите. Станечка? Да. Я надеюсь, мага убили? Что? Я надеюсь, мага твоего убили или нет? Нет. Смотри. Магом ничего не сделаю. Пиздец. Вот я сейчас $1 000 сделаю. И будет еще выше ДПС. Наверное, пойдем такой пачкой, да и все. Те, кто там остались, пойду по второй выцепи. Чтоб время не терять. Женя с Ибиди. Можешь прыгнуть влево. Да, сейчас спасать. Те, кто с меткой убегут влево, преступление сразу же снимаем с босса. Также, когда он разлетается, массейф отдашь Женю локать. С метками влево и держите рейндж. Поставьте шкаф с умом боя, буду рева на Сентембра. Да, отрисователь пока в танке. Некого больше этим танк. Ну, принимайте стон. Сентембр, мобой. Поехали без них. Ладно, полетели. Репоты на первой секунде. Рыбу перед боссом раздадим. Ой, не рыбу, а пас.
Эльфамера. Он превратился. Войт может поездку закинуть. Расхождение по воде нажмите, идите бейте РДД с воды. Снимите сцепление, Хантир. Садите РДД бей. Метками выбежали влево, кто будет. Остальные милики вправо, РДшники на воду. Метками влево. Рэш 10 метров друг от друга. Женя Массе еще не отдал. Покати. Выступление снимите. Нормально под лицо заходите, молодцы. Ой, а где ДПС у дикеев? А, нету, да, бывает. Иди нахуй. Так, тихо. Этот череп заберешь на себя, Женька, в Акати. Ой, не Женька, трусовать, а всех остальных в Акати забираешь на себя. Давай, погнали. Кто упал, сами вставайте. Ну, зайдешь просто. С рейда не ревайте. Уводи трусователь от этого. В Акати поднимите. Давайте пробить стильниц. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Нажми массейв, Саня, Сосун. Три босса не за агри, Женя. Плюс паладин, но все это же. Фокси, позбиваешь косты черепу. Именно волна. Через там. Без черепа позбиваю я. Играйте по черепу, короче. Я без черепа позбиваю я, и мне еще поможет Барменталь. Барменталь сбей, каст, без черепа. Следующий я собью. Хороший. Деминист был. Угу. Что? Угу. Три стана. Блин, а я в другом канале сидел, ждал, думаю, когда сбора, ну, перешли, получается. Окей, ничего, ничего страшного, Илья завтра попадет, завтра вторая рыска. Плюсуйте для ради ИП. Кто не попал сегодня, ничего страшного. Бежали. Вот этих мобов тоже черепу сбивают также, и Барменталь, и я без черепа. Первый сбью. Барменталь, ты следующий. Не стойте в ПК. Буду Дрейвен Гому. Сбей Барменталь. Угу. У меня КД нужно, чтобы кто-то тоже без черепа сбил. Следующий. Сбейте каст, хорошо. Следующий я сами.
Так, Зенил, Вакачи, ты будешь держать основного, на него печенька, и третью копию, если появится. Тусователь выходит копия, тоже забираешь и уводишь влево, вот сюда. Но не разворачиваешь в рейд. И главное, чтобы ты уперся куда-нибудь. РДшники, добирайте рейндж. Милики свалите. Это рейндж 12, если что, для РД. Да, рейндж 12. Может кто-то... Давай Марсес вместе со мной в Будрейвена. Наверх встать. Только смотрите, когда отлетаете, чтобы вас не откинуло мобов. Готовность на пол без Вамура будем. Даня, зайди на Дексион, ты будешь на Дексионе получать, типа, а не КГЗ. КГЗ потом сделаем проход. А так КГЗ получит, типа. А он у тебя не основной персонаж. Давай, заходи, Зидер. Все раньше 12 держите. Так, готовность на пол. Меликис там убедите. 12 метров раньше. Чего не хватает с МТМ? Короче, иди пуляй. Где вы тогда внизу держали? Да, да, да. Внизу и разгоняешь спиной крейт. Да, да, да. Пока никто не бьет, пока не спустил сама. Отлично. Тусователь готов все ловить моба. Санек, места не будет, да? У нас и завтра попадете. Завтра второй рейд будет, чего вы переживаете? Да нет, завтра я не попаду, я понял. Ну ладно тогда. У тебя завтра не будет? Не знаю, ну блядь, на целка мы попаду, а дальше хуй, после целка аж поздно будет. Рейнджи держите, ну если быстро пойдем, то не поздно. Потом, короче, разберем план. Прожми их, Зеня. Забери, трусователь, забери. Держи. Ну, трусователь, алло. Убивает же копия всех. Забери, отведи немножко дальше. Еще дальше чуть-чуть отведи. Часовность Маша уже встала, у него. Дай БР по Кусяву, Кусяву дашь по Будрэвену. Рэндж, держите. Вон трусы к черепу близко подбежали. Крест. Трусователь Массейт, прожмись, забери, Женя, моба. Еще одно. Привет, рубанули. Тихо. Этот, Саня оверхил его. Пизда там, урона по нему будет заходить. Часовность Иннер по Скибиди, Кусяо по Сацуне.
в архитио. Милики, идите помогайте добивать. Пенькой. После вихря. Только за спину бьете. Все, пошли, пошли, пошли. Два процента. Спасибо. Заходите. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные события. Место гламура. Смысл есть ли кому-то КД еще лежать? Просто пойдем в 4 кило. А по калу? Он же туда вроде был. Сейчас одет может. Ну давай, я зайду сам. Ну у меня свет рубанули, можете за меня зайти, я скину кому это. Вакансии. Сентябрь. Просто завтра будет еще один рейд, нет смысла. А я же КД уже повесил, я же босса одного маленького убил. Я знаю, я не про тебя говорю, а про Апокао. Саня, там еще рестарты будут сейчас, 10 минут написали. Ну просто заебали. Быстро написано. Этого убьем, дальше посмотрим. Где танк? Хант, вы смотрите ханта. Он еще до сих пор. Ладно, короче. Женя, ты на трэше, а трусователь ты на боссе. Заставьте босса, там появится такая огненная стена, упрешься спиной в эту стену. Женя, с мобами уйдешь вот сюда. Хантишки все напуливайте правых мобов, кроме Егора. Егор, будешь левых напуливать на вакате. Все, погнали. Геру, о, давай. Забери трусователя. Алло, блин! Отведи в стенку дальше от нас. В огненную стенку. На пульте пока в трусователе. О, блядь. Отведи назад. Трусователь, еще отводи. Но. Сейчас контишки. Мобы вышли, напуливайте на локате. Нажми трусователь массейв. Саня, нажмешь перед устрашающим ревом. Нажми сосуна массейв. Ну, чё, по ДВМу показал, что это будет. До того я уже не достану. На полу куча. Миллион фантов. Пати. Три месячные. Ну не вижу смысла бить до ребута. Только там тем более времени. Гламур, что там у тебя со светом? Ну пока не включились, сижу, жду. Слушай, что может можем выйдем с инстав, чтобы не забагать его? Это КДшка уже есть, не должно забагаться. Не забагается, да. Это когда ну, КД нету, туда, да. Так, ладно, тогда давай я пока вместо Гламура.
смоем. Сейчас и флажки раз. После ребута будете ждать. Может, дадут. Может, у него сет дадут после этого. После ребута, если что, сумоните, да? Вот так бывает. Га, приедешь специально на РТ в четверг, время выделишь. Один на света нету. Бывает. Бывает. Пока-пока вот на Димонте. Ждем ребята. Да, ничего не поменяли Димсон, как и было Сенсепад 1,8% в рекаунт, так и остался. Да. Так. Давай пока по фасочкам. Ваня, возьми ДДшные фаски. Поставьте ГБ, во-первых. Ваня ДДшные, я СПДшные. Танки с обороты, курсователи и локатель. Я сейчас Ваня расскажу. Хотя, вернитесь, я сейчас тактику расскажу. Саня, возьми с обороты. Короче. Блять. Движение будет бежать со стороны креста, таунтить босса. Таунтить босса. И держит его там. Мы будем убегать оттуда, куда мы стоим, с этой стороны будем забегать. Все будете забегать в мою метку, там, где я стою. Вот, поставлю на себя печеньку. Босса переводим до 75%. Появится портал. Этот портал никто не заходит после того, как он появится, только в локате. Появился портал, Женя, ты заходишь в портал. И босса чуть-чуть... Буквально один шаг делаешь назад. Один. Потом по команде. По команде. Все будете заходить. Абсолютно все. Никто не остается в свету. Все заходите. Там будет вешаться дебаф. И будет идти лезвие. Дебаф вы выносите к краю. И диспелит только один человек. Диспелится Суна. Больше никто не диспелит. Тем очищение тоже убирайте. Чтобы в рейде никто не задиспелил. Также, когда вам показали, милики, отбегайте к печеньку. В свиту, когда мы будем на первой фазе, тоже будет вешаться дебаф. Первый дебаф мы вносим под хвост, либо подальше в бок от босса. Когда мы находимся во тьме, милики, вам сказали отбежать от босса к печеньку или в ромбик. Вы отбегаете к печеньку или в ромбик. Там будет сейчас стоять две метки. Потом мы в свет, как только переводим босса до 50%, пооткрываются порталы в свет. Мы в свет сразу не выходим, продолжаем бить босса. Продолжаем бить босса. Бьем его, переводим до 100% материальности. 100% материальности, Женя, будешь готов выходить сразу в свет. Когда выходишь в свет, нужно будет прожаться. Ты выходишь со стороны лица, весь рейд выходит со стороны бока или со стороны хвоста. Также. Женя, ты в хиле? Смотри. Ты остаешься последний во тьме. Ждешь, пока все выйдут. Последний вместе с танком. Все вышли. Ну, кошка, в тот раз, я понял. Да, только сразу потом выходишь. И смотри, диспойлит Сашка всех, а я выхожу вместе с танком, все. И последний диспойлит. Да, ты выходишь. Да, ты именно выходишь, когда уже все вышли, там может просто такая ситуация быть, когда мы начнем выходить в свет, может на кого-то дебаф кинуться, а Саня уже вышел, допустим. Я помню. Да, ты должен задиспелить, и как только все выйдут, ты останешься ты с танком, с трусователем. Mm-hmm. Ты выходишь, а потом выходит сразу же трусователь. Смотри, трусователь, что касается тебя, ты должен будешь забрать босса тоже по команде, когда я скажу. Если не танчил, там нужно будет подкручивать его чуть-чуть. Просто на место вакати станешь, нужно будет его подкручивать чуть-чуть. И ждешь, пока выйдет весь рейд. Вышел весь рейд, потом сразу же выходишь ты. Понял? Это касается, когда ты во тьме находишься. Ты его не сразу берешь, танчишь. Когда я скажу.
Саш. Ты что, мы типа в Зломан идем или что, типа все остальные? А, да, вы сейчас завтра сходим во вторую РС-ку, а сейчас мы, я просто Ваня уже КД принял. Ты можешь, в принципе, Андрюха, этот, собирать сейчас пати себе на этот, на Зломан, и Ваню к вам еще добавим. Вон, бери Доксиону, бери Мистера Бонда, вот это, пришли всех и бери, кто там тебе нужен. Я тоже хочу Зломан. Нет. Так, Саш, у меня сказали, света в течение 2 часов не будет, так что извиняюсь, на меня, наверное, не рассчитывайте. Я тогда пока возьму все. Ладно, извините тогда, пойду я. Нормально. Да ладно, гламур, блядь, всех свет вырубают. Да, блядь. На, вой тебе. Заходим. Сами ничего не снимаете, вы выносите метки. Метки первые за хвост выносите, либо к краю. У кого фласка, у скибиди, либо войда. Войд, спускайся тоже.
чем смертокрыло. Я тебе еще скину информацию о смерти, если я умер. Как информацию о смерти посмотреть? Я зашел в портал, я умер просто от бафа, который в темноте дамажится. Латика по 2000, меня просто не захилили. Дыхание было. Под лицо. И под лицо зашел. Я зашел, появился и сразу умер. Я этого не мог никак предотвратить. Надо, потому что танк шахматный. Это не мой косяк. Это щеми надо было. Женя, Вакати, ты заходишь? Вы что, блядь, сегодня делаете? Вообще не задолбали уже.
начала эры разрушения. Небеса в огне. Если посмеете. Беги, малышка, беги!
Или сейчас нет.